А у нас петушок появился белый. Вон он. Красавец. Ну, прямо красавец. Посмотрите-ка. Смотрите, какой хвост красивый. Ой, и сам какой красивый. Ой, и поет как хорошо. Спой, Петя, не стыдись. Ну, что ты думаешь? Пой. Петенька, пой, цыпа. Молодец. Какой ты молодец. А вон курочка, видите, вон белая вышла из кустов. Это тоже молоденькая курочка. Она с ним ровесница. Ой-ой, побежал, представляете, бегом побежал куда-то Петя наш. Там он заметил курочку. Ой, какой петушок! Петушок молодой побежал за курочкой, в смородину увел. Да, вон он. Спрятался где-то, и не видно его. Ай да, петушок! Красивый! А где-то цветного не видно. Вон, выходит, выходит. Вон он с подружкой. Опять побежал к ней. Ай да, Петя, петушок. А вот эта курочка молоденькая. Да. Куда? А не знаю, подожди. Вот сюда бежит, бежит сюда, сюда бежит к молоденькой курочке. Смотрите, бегает петушок туда-сюда, туда-сюда. Ай, какой он! Ой, смотрите, сюда прибежал теперь. Да, теперь с этой курочкой будет, наверное, здесь ходить. Ага. Он какой хороший петушок. Ой, бегает, бегает, бегает все. Куда побежал-то, миленький? Ну, спой, спой, раз прибежал-то. Ну. Цыпонька, спой песенку-то. Ой, уговариваю, уговариваю. Нет, петь не хочет, побежал в стайку. Толя, они хотят домой уже, посмотри, как идут. Смотри. Все, они сейчас там это с курицей начнут драться. Подожди, я подойду. Куда-то пошли. А это заводит своих петух к ней. Она как давай с ним драться прям. Речи, ты куда? Мальчик мой, куда пошел? Пошли домой назад. Не ходи туда. Речи. Конечно, возвращайся. Давай, 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 возвращайся. Ну что, посидеть хочешь, да? Смотрите, расцветка кота сливается с землей.
Хоть он на траве, когда лежит, его не заметишь. Ой, язычок кому-то показываешь. Мне, что ли? Арича, мальчик мой. Красавчик. Вот он, посмотрите на него. Ой, картиночка моя. Сейчас прыгать будет. Ух ты мой золотой. Прибежал? Ко мне пришел? Ух ты мой хороший. А мокрый весь. Под дождем был, что ли? А, речь. Под дождем ходил. Ну, ты мой золотой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так не надо делать. Хороший котик, хороший. Ой, какой хороший. Огурцы ты сегодня ел, нет? А? Ел огурчик? И мясо ел? Ты сегодня вообще мясо одно ел, наверное, да? Ой, какой ты у меня красивый. Какой ты у меня золотой котик. Угу. Дай я на тебя посмотрю. Дай. Ну, ой, ты мой маленький. Маленький, хороший котик. Ну куда, куда пошел уже? Все, не хочешь сидеть? Ну пошли, пошли. Вот она, курочка, видели? Малину рвет. И учит своих деток. Сейчас посмотрим. Она прям подпрыгивает и склевывает ягодку. Куры малину любят, между прочим, да. Пошла, пошла. Нету там внизу нигде ягодок. Вот какую даль она их уводит, представляете? Гусенок курицу отгоняет, маленький самый. Не боится. Видать, пацан растет. Короче, курица дали с цыплятами другую кормушку. А к ней, смотри, вот гусенок ходит. О, видели? Опа! Опа! Сейчас всех разгонит. Сейчас курица возьмется за дело, да тебе даст. Тюкнет два раза по макушке, и все, и забудешь. О, куры уже прогнали гусей из большой кормушки. Молодцы, молодцы, ешьте. Красавцы наши. Но они маленьких вроде не обижают, я смотрела. Смотри, они выходить стали, в большой огород подросли, как мне кажется. Купаются теперь в волю зато. Купаются в волю сейчас. Сразу подросли как.
Вечер уже. Гусикам дали еду. Да, они едят. Набегались за день-то.